Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в рамках рубрики «Игровая механика» мы поговорим о командных подсадках Мэй. Мэй, наверное, самый нераскрытый персонаж в игре. И сегодня мы попробуем внести что-то новое в игру за нее. Мэй поможет любому герою быстро зайти на точку Б. Вряд ли отсюда будут ждать Райнхарта. Эта позиция поможет вам выцепить Рипера, Генджи или Ханзо, которые любят сюда залезать. Отсюда можно хукнуть малохитпоинтовых героев, Ангела, Диньяту или просто зайти за спину. А вот быстрый способ попасть на второй этаж, в случае если на вход идет сильный спам. Самые элементарные подсадки для захода в спину. С Бастионом или там Бьорном все намного интереснее. Вряд ли от вас ждут нестандартные позиции за этих героев. Обычно они просто сидят на точке. Но долго сидеть на одной точке не вариант. Постоянно меняйте позицию, благо их хватает. Ставьте противника в ступор. На этой карте миллион позиций, но без поддержки хороший снайпер снимет вас за секунду. Мы просто покажем места, куда можно залезть, а как использовать их, вы решите сами. В ситуации, когда вашего тиммейта поджимает и он уже вряд ли сможет уйти, просто вызовите лифт. Позиция на самолете. На нее легко залезть самому, но можно опять же воспользоваться помощью Мэй.
Рассмотрим позиции для последнего этапа за оборону. Открываем огонь, нас замечают, сделали 1-2 фрага и, если силы не равны, отступаем. Эта позиция очень хорошая, так как мы контролируем все проходы. При хорошей поддержке продвигать груз сопернику будет очень тяжело. Это подсадка для атаки. Груз уже приближается к точке, и ваши тиммейты забирают на себя весь огонь. Вы можете успеть занять позицию для контроля выходов с респауна. Ничего необычного. На этих позициях Бастион или там Бьорн под прикрытием Ангела наделает много шума. Накопили ультимейт, заходим в спину, используя лифт, делаем фраги и уходим. Еще две нестандартные позиции для контроля прохода. Спасибо, что посмотрели видео. Ждите новых. Играйте в Overwatch.